поближе, Александра! Ближе, ближе к ней! За 400 метров до финиша в забеге лидирует Анастасия Криницкая, спортивная школа Невского района. Внимание девушек, выступающих в Семиборье. Ваш забег на 800 метров состоится после финальных забегов девушек. Поправка. В первом забеге победила Кристина Андреева, спортивная школа Выборгского района, 2:20:06. За 400 метров до финиша в забеге лидирует Ксения Кочегурова, спортивная школа Орленок. Поправка в результаты первого забега. Кристина Андреева, Выборгская спортшкола, 2 минуты 19,99 секунды. Спортсменки выходят на финишную прямую. Во втором забеге победила Ксения Кочегурова, спортивная школа «Орленок».
За 400 метров до финиша в забеге лидирует Елизавета Панарина, олимпийские надежды. Спортсменка выступает вне конкурса. Финишная прямая. В третьем забеге победила Анастасия Сергеенко, олимпийские надежды. Забеги лидирует Алина Базлина, спортивная школа Московского района. В забеге победила Кристина Агарян, Академия. Две 36-38. Внимание! Алена Михайлович приглашается для награждения.
пятом забеге лидирует Вера Басова. Финишная прямая. В пятом забеге победила Вера Басова. Две 36-17.